Всем привет! Прежде чем мы начнем очередной день челленджа, хочу напомнить, что сейчас на канале у меня проходит два розыгрыша. Первый – это вот этот вот новогодний, где будут разыграны вот эти вот три потрясающих ауга, который состоится у нас 30 декабря. Ну а второй – еженедельный, который пройдет уже в это воскресенье, 27 декабря. И условия более подробно о конкурсах, о розыгрышах можно будет прочитать все в описании. Ну а я начинаю. Челлендж батл кейсами. Ответку я от своего оппонента до сих пор не могу посмотреть. Он там прям там заинтриговал такой. Мне там говорит, я там не скажу, что я выпал. Но там такой топ, я там пам-пам. В общем, короче, я жду и продолжаю. Все по без изменений, да? О, ё-моё, а чё я? Чё, слушайте, знаете, чё я забыл? Леденец, да, то есть вот я забыл вот это вот сделать. Вот, я забыл сделать вот это. А что? Подожди, у меня что-то. О, вот так. Вот так. Сорян, ребята. Дальше. Я думаю, что-то как-то не то и не так. Ну, это херня, да? Так, более-менее. Хуя себе. Щебенка в городе нынче, дорогая. Ну чё, сатен сделали, нормально. Вот я думаю, сатен есть тогда у черепашек. Ой, у черепашек в Амонге. Вчера топчиком оказался у нас зелень. Смотрим, что будет топчиком сегодня. Зеленый сегодня не тащит. И красный, походу, тоже, да? Походу, тоже. Ух, так. Эх, продаем. Розовый. Ну, конечно, есть тут на один розовый. Да похеру, давайте розовый бомбанем и, блядь, похуй. Похеру мороз, короче. Посмотрим. Да. Мороз так мороз, блядь. Как-то не ахти. Не алё сегодня. Не алё сегодня у нас эти. Понятно. Понятно. Сколько все вместе? 28. Ну, ладно, давай еще две попытки сделаем. Если что, потом залетим в апгрейдике. Желтый почему-то до сих пор недоступен. Я понять не могу, что за херня. Зыбь. Ну, как хуйня, да? Грунтовая вода тоже хуйня. Давай в апгрейды. Вчера у меня без камеры залетело несколько апгрейдов на 8%, два подряд. Сегодня этого не повторится. Так, тебя, а тебя 8. Ну, давай, сколько там у тебя, 20 было, 20 раз. Давай на сатен. Посмотрим. О, хороший шанс. Ну чё? Ну ничего. Ну, ребят, все, все. Вот это восьмой день челленджа. Снова не буя. Максимально что достигли 100 рублей из 40, да. Ну, может и нормально было, x2,5 там, да. В общем, как-то так. Восьмой день и как-то так. Ребят. Ну, на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте ваши лайки, пишите ваши комментарии. Принимайте обязательно участие в розыгрышах. Подключайтесь к стримчикам и всем пока!